je vklad. Tak to za Pavel Zem Sagedy, Daniel Gropu, Nikas, Ringa. Уважаемые телезрители российского спортканала «Спорт», также спортивного канала Украины «Спорт 1» и «Спорт 2». Мы начинаем прямую трансляцию из города Риги, Латвия. Продолжается турнир Константина Еременко по мини-футболу. И на Рижском олимпийском в паркете уже происходят предматчевые действия. Начало первого матча последнего дня второго тура турнира на Кубок Константина Еременко. И в данный момент мы ожидаем выход команд. Напомню, что сегодня остались еще две игры. Группа А продолжает борьбу за две путевки. Команда «Газпром Югра» уже обеспечила себе одну из путевок. За вторую поборются две команды, которые буквально уже через несколько минут. Выйдут на паркет Рижского олимпийского спортивного центра. И появляются девушки из группы поддержки команды хозяев, организаторов, команды «Никарс», которые несут флаги двух команд. Это, конечно же, команда «Иннокиевец» из города Иннокиево, Украина. И второй флаг принадлежит команде из Екатеринбурга «Синара», Россия. И игроки уже ждут выхода на поле. И первым на поле появляется команда «Иннокиевец». Андрей Мельник, номер 10, голкипер команды. Номер 17, Пауло Витор.
Также вратарь номер 5 Виталий Скорый. Богдан Свиридов номер 7. Номер 8 Вячеслав Чуднов. 9 Станислав Филатов. 11 Ромарио. 14 Валерий Замятин. Александр Хурсов номер 18. Виталий Нестерук номер 20. Васури номер 77. 86 номер. На поле выходит Тиаго. Артем Рось, номер 90. И последний игрок этой команды, номер 99. Кайо Жуниор. И, конечно же, главный тренер команды. Олег Солодовник. И теперь ожидаем вторую команду. Соперник. Первым на поле появляется голкипер команды номер 21, Георгий Замтарадзе. Дмитрий Путилов, второй вратарь команды номер 20, Владислав Шаяхметов. Второй номер, номер 3, Алексей Мохов. Николай Кузнецов, номер 4. Андрей Афанасьев, номер 7. Сергей Амрамов, номер 9. Александр Иванов, номер 10. Андрей Бастриков, номер 11. Николай Шестеров, 13 номер. Артем Качер, 15 номер. Константин Агапов, номер 19. Сергей Загузов, номер 22. И 25 номер. Максим Герасимов, а также главный тренер команды «Синара» Екатеринбург Вадим Яшин. В боевом составе заявлены обе команды. И, конечно же, на эту очень важную, принципиальную игру в борьбу за вторую путевку в финал четырех будут обслуживать самые серьезные судьи. Первый судья Александр Голубев, категория FIFA, Латвия. Второй судья Карл Линхарт, Чешская Республика. Третий судья Иван Шабанов, FIFA, Россия. Вот в таком составе судьи. В данном случае организаторы побеспокоили, чтобы судьи были нейтральными. Из нейтральных стран по отношению к игрокам, к играющим командам. Ну а мы с вами, уважаемые телезрители, ожидаем очень интересную баталию в течение последующих 50 минут, игровых минут этой игры между командами. Напомню, Иннокиевец из города Иннокиева, Украина, и командой с Урала. Из Екатеринбурга мини-футбольный клуб «Синара». Да, команда уже последняя на пустыне. Слова говорят друг другу. Также поздоровались капитаны с судьями. Все как обычно, по традиции происходит. И сейчас выйдут стартовые пятерки обеих команд на паркет Рижского олимпийского спортивного центра. Так, напомню, что последние две игры остались у нас в турнире второго этапа группы А. И первыми именно эти две команды вступают в борьбу. И следующая игра будет между хозяевами площадки, командой «Никарс» и командой «Газпром Югра». Югорск, Россия. Что ж, предыдущие игры были очень интересными. Особенно был интересен вчерашний день турнира, где, напомню, что команда из Екатеринбурга, «Синара», на последней секунде матча
выпустив пятого полевого игрока. Именно с его подачи Константин Агапов сумел забить решающий победный гол. И, взяв 3 очка, команда сохранила шансы получить вторую путевку в финал 4. Напомню, эта игра была против «Газпрома» «Югра». И вторая игра позже была между командами «Никарс» и «Енакиевец». И там по схожему сценарию матч завершился со счетом 5-5. И у нас новый день. Последний день турнира второго этапа. И команда «Синара» начинает и переходит на сторону соперника. Раскатывает мяч Шахметов. Дальность, диагональная передача. Сразу же был первый навес. Но мяч не доходит. Защитник был на месте. И продолжается атака команды «Синара». Шахметов с мячом. И все-таки на грани фола. Но не последовал свисток. Васури забирает мяч. И теперь уже мяч под контролем команды «Енакиевец». Ласура передает мяч назад на Артема Рось. Кайо Жуниор. Дальше по-прежнему катают мяч. Вытягивают на себя соперника украинские футболисты. И по-прежнему мяч под их контролем. Аутвел Артем. Ласура с мячом. Дает его Тиаго. Не спеша. Началась первая минута этой встречи. Конечно же, для обеих команд чрезвычайно важно сыграть чисто, без ошибок в этом матче. Поэтому и мы видим первые минуты матча спокойные, без лишнего риска. Обе команды сейчас разгоняются, раскатывают мяч. И в данном случае команда «Синара» с мячом Шахметов. Ласура пытается его прижать в угол площадки. Прессингуют уже украинские футболисты. И вот в единоборстве выигрывает все-таки Шахметов. Отдает пас своим. Но вот здесь уже Тиаго не дал распорядиться мячом Андрею Афанасьеву. Но по-прежнему мяч под контролем команда из Екатеринбурга. В центральной части площадки по-прежнему катается мяч. Афанасьев по правому краю пытается пройти сам, но Тиаго тут же первым успевает закрыть корпусом мяч. И достается он вратарю команды Андрею Мельнику. Снова в атаке украинские футболисты. Ласури. Тиаго. А вот отбор. Сумел все-таки в данном случае Сергей Абрамов перехватить мяч, и до опасной ситуации дело не доходит. Снова с мячом украинские футболисты. А Тиаго первое столкновение. Похоже, именно с Сергеем Абрамовым в момент перехвата оба футболиста столкнулись. И вот такой неприятный момент. Слушай, игра продолжается. И снова с мячом украинские футболисты. Не спеша начинают они свою атаку. И теперь уже мяч вводят футболисты «Синара». Мяч теперь на левом фланге. Пытается Агапов. Вот и гол! Вот так быстро Агапов сумел увидеть Андрея Афанасьева на дальней точке. Отдает тут же стремительный мой пас. И мяч в воротах на 3-й минуте игры. Екатеринбург. «Синара» выходит вперед. Вот так вот быстрый перехват. Пас на Афанасьева. И не успел. Не успел Мельник закрыть угол. И первый
гол в ворота украинской команды. И они теперь ведут в счете. На данный момент мячом владеют в углу своей стороны площадки украинские футболисты. Достаточно цепко. В мяч вцепился. Но Васурий не давал. Своим корпусом, всем телом удерживал позицию, чтобы не был отобран мяч у него. И заслужил первый фол. Итак, первый фол команде Синара в этом матче. Именно в этом единоборстве судья заметил нарушение правил. И теперь с мячом снова екатеринбуржцы. Агапов. Дальше пас на партнера. И перехват. Васури снова с мячом. Не продвигается он дальше. Ищет партнера и немного перебежал. Виталий Скорый. И мяч достается сопернику. Снова с мячом команда Синара. Перехват. Скорый пытался. И мог получиться очень опасным моментом. 2 в 1 получался выход. Если бы, конечно, перехват был бы чистым. Но мяч ушел в аут. Достался снова екатеринбуржцам. И вот теперь уже Кайо Жуниор фалит на Бастрикове. На Андрея Бастрикове. И первый фол зарабатывает также команда Иннокиевец. Итак, достаточно опасный. Опасная точка. Недалеко от ворот. И Мельник теперь должен приложить все усилия для того, чтобы парировать. Так и происходит. Первый, второй раз отбивает. Два раза. Отличный сейв в исполнении Андрея Мельника. Дабл сейв. Очень неприятный момент был после первого отскока. Был нанесен также еще один удар, но там защитник накрыл мяч. Так что очень опасный момент был у ворот команды Иннокиевец. А теперь уже Иннокиевец в атаке. И уже они пытаются создать опасный момент. И это был первый. Первый опасный момент в первом тайме. Это идет... Прошло 4 минуты игры. И до ворот сумели дойти только сейчас украинские футболисты. По-настоящему. И, как видим, инициативой владеют на первых минутах матча екатеринбуржцы. Что ж, угловой. Вводит команда Синара. И перехват. Перехват один. Курсов пытался сам пробить на дальнюю штангу. Там, в принципе, уже был его партнер Виталий Несерук, но накрыл этот мяч защитник команды Синара. И теперь уже мяч на правой бровке у Абагапова. Но Замятин не дает уйти с мячом сопернику. И мяч выбивается в аут. Агапов снова вводит мяч в игру. И теперь уже шестеро с мячом. Дает пас на угол. Снова Агапову, но теряет мяч. Там Нестерук сумел отобрать. Но по-прежнему в углу площадки происходит борьба. Не отпускает Синара своего соперника. Очень плотно играет с оппонентами каждый из них, из игроков команды. Поэтому все-таки, наверное, на первых минутах этого матча не так много моментов сумели создать украинские футболисты за счет активных действий соперника, который уже сумел забить первый гол в ворот соперника. Очередная атака. Андрей Бастриков пытался пробить по воротам. И снова катают на своей стороне площадки игроки Синары, но теряют мяч. И теперь уже Иннокиевец начинает свою атаку. И перехват. Нет, снова. Снова был еще один перехват в исполнении Валерия Замятина.
Продолжается атака украинских футболистов. Пытается Хурцев здесь сыграть с Замятиным. Получает Замятин, оставляет мяч. Теперь Хурцев. Очень сложно продвинуться на площадку соперника украинским футболистам. Снова отбор. Видим в этот раз. Качер Артем сумел перехватить мяч и уже с своей площадки. И теперь мы видим уже в исполнении украинских футболистов прессинг на чужой площадке. Прекрасно понимаю, что уже на чужой площадке нужно создавать давление. Для того, чтобы соперник мог дать шанс ошибиться. И каким-то образом пытаться менять ситуацию в свою пользу. Хурцев передает пас. Получает обратно. Пас еще раз. Какой момент был у Виталия Нестерука. Прямо перед воротами получает он пас от Александра Хурцева. Но последний момент на пути к мячу становится защитник команды Синара. С углового Хурцева поднимает на Замятина. Но не удается сходу пробить. И отбиваются футболисты Синара в данной ситуации. И по-прежнему мячом перехват все-таки состоялся. Теперь уже Синара владеет мячом. Пытается Бастриков сыграть. Нет, извините, это был Загузов Сергей. Пытался найти он своего партнера. Но мяч достается сопернику и Замятин. Продвигается по центру, ищет партнеров. По-прежнему приходится начинать атаку с своей площадки, катать мяч на своей территории. И попытаться опасно пробросить одному из партнеров, который сможет забежать. Хурцев пытается обыграть своего оппонента. Но очень цепко играют. И ищут возможности для отбора мяча. И все-таки в этом единоборстве судьи заметили нарушение со стороны Сергея Загузова, игрока команды Синара. И второй штрафной. Второй штраф у команды Синара. На чужой стороне площадки было нарушено правило. Поэтому опять перехват. Теперь Загузов перехвачивает мяч уже в рамках правил. Мохов с мячом. Дальше пас на Качера. Катают снова они через Загузова. Качер с мячом. Пытался он оригинально пробросить по бровке на своего партнера. И все-таки вот эта цепкая игра приносит плоды екатеринбуржцам. Снова они чуть не забирают мяч. Тот же Артем Качер в углу площадки поворолся за мяч. И даже был произведен удар по воротам. Даже из таких ситуаций екатеринбуржцы пытаются выдавить максимум. И теперь уже Артем Рось с мячом. Передает пас на партнера. Тиаго на правой бровке. Вернулся назад. Пас на Васуру. Васура. Вот как получается. Тяжело. Тяжело ему пройти, потому что тут же на помощь своему приходит второй игрок. И они забирают мяч. По центру проходит Шаяхметов. Но тут же мяч перехватывают. Мяч перехватывает соперник. Один за другим. Качель атак раскачалась. И теперь очень опасный момент создали екатеринбуржцы. Удар по воротам смог нанести Николай Кузнецов. И угловой возле ворот команда Иннокевич. Что ж, очень много опасных моментов за последнюю минуту. Много перехватов. И именно тактику близкой дистанции к оппонентам избрала команда. Какой опасный момент просто после дальнего удара Владислава Шаяхметова. На отскоке мог добить мяч партнер. Мяч по-прежнему у команды Синара. Абрамов пытается на правой бровке, но Тиаго здесь сумел все-таки отобрать мяч. Васура в углу своей площадки. И не могут игроки Иннокевича выйти из своей зоны, потому что все четыре игрока команды Синара находятся на их поле. И тут же каждого прессингуют, не дают даже принять мяч. То есть вот такой агрессивной тактикой игры
Команда Синара завладела инициатива в этом матче. Ведет в счете 1-0. И идет 10-я минута. 10-я минута этого матча. И судья определил нарушение со стороны Тиаго. И второй фол зарабатывает команда Иннокевич. Тут же Артем Рой забирает мяч. И очень-очень опасные пошли столкновения между игроками обеих команд. Судьям надо быть очень бдительным в данной ситуации, чтобы не дошло до более серьезных конфликтов. Какой момент здесь получился? Перекладина! И в последний момент Мельник все-таки перебрасывает с отскока от перекладины мяч на угловой. Какой опасный момент сам себе создал игрок команды Синара Сергей Абрамов. Сумел он увидеть, как мяч не совсем уверен. Каю Жуниор обрабатывал. Видите, вот так он вышел один на один. И как оригинально он пытался за спины пробросить мяч. И мяч опускается на перекладину. Красивый момент в исполнении екатеринбуржского футболиста. И по-прежнему мячом владеют команда Синара в чужой площадке. Шаяхметов отдает пас на Абрамова дальним ударом. Пытался под перекладину отправить снаряд Абрамов, но на чеку Мельник. Снова угловой. Интересный матч. Видите, снова на повторе. Мельник сумел перебросить. Мяч успел он вернуться. Но, конечно, загляденьем был этот элемент в исполнении Сергея Абрамова. Что, матч продолжается. Снова на паркете Артем Рось. Но мяч остается у украинских футболистов. Тиаго с мячом. Отдает пас дальше на Кая Жуниора. И тут же сразу двое с ним играют. Не дают разогнаться. Тоже Александр Иванов очень активно действует. И вот Тиаго пытался пробить незаметно из-под защитника с правой бровки. С достаточно острого угла. Но мимо ворот летит мяч. Угловой разыграли игроки Иннокевича. И от ворот мяч посылает вратарь. И опасно мог здесь получить Шаяхметов мяч. Но теперь уже Вацуров перекладину получает, отправляет мяч. Дали здесь свободу действий команде Иннокевич. И вот теперь горят уже совсем другие страсти. Афанасьев уже в рукопашную пошел разбираться с соперником. Что не есть хорошо, в данном случае судьи обязательно такие моменты не оставят в покое, без наказания. Будем смотреть, что последует судейской бригады. Успокаивают они игроков, особенно Александр Голубев. Вот так вот он желтые карточки раздает, по-моему, Кая Жуниор. Именно он получает предупреждение. И вот не видел, дал ли он еще кому-то из соперника. Похоже, только Кая Жуниор в данном случае получает предупреждение. И мяч будут вводить с аута игроки команды Синара. Так и происходит. Абрамов ввел мяч на Владислава Шаяхметова. И тот также сразу же отправил мяч в сторону ворот. Но Мельник спокойно забирает мяч, отдает обратно Васори. И по центру снова Иннокевич с мячом. И вот тут очень прямо в центре площадки очень плотно встречают. Очень резво это делают. Обошел в этот момент Иванова Васора, но не выудили украинские футболисты из этого хороших позиций, поэтому пришлось вернуться и снова начать. Кай Жуниор по центру подал дальше на Тиаго. Раскачивают они защиту команды Синара. Васура снова с мячом. Снова проходит он Иванова. А вот и перехват. Афанасьев прошел и ударил
Мимо левой штанги. Ближнего угла пролетает мяч. Очень сильно пробил Афанасьев, но мяч не вылетает в сетку ворот. Да и Мельник, похоже, все-таки закрывал ближний угол. Поэтому счет не изменился. Так, середина первого тайма. Минимальное преимущество в данный момент у команды Синара. И теперь уже очень хороший был заброс Николаю Шестерову. Прямо перед воротами получает пас. И тут же он в дальний угол пытался отправить мяч. И видим, что Андрей Афанасьев также игрок команды Синара получает желтую карточку предупреждения. Так что в том эпизоде, когда Кайо Жуниор заслужил предупреждение. А тут мы видим на повторе удар в исполнении Николая Шестерова. Хороший, немного более точно нужен был удар. Снова в атаке были игроки команды Синара. Но упускает он не мяч. И с аута, судья показывает, мяч должен быть введен. И теперь уже Виталий Нестерук вводит мяч. И Замятин по центру подвигается. Пас обратно на Виталия. Скорость мячом. И снова Замятин по правому краю пытался пробить по воротам. Это был удар. Но не был он опасным. Причем Георгий Замтарадзе, похоже, контролирует ситуацию. Видел траекторию удара. Поэтому все обошлось. Так, дальним забросом пытаются теперь Синара выходить из своей площадки. Это говорит о том, что соперник прижимает теперь уже его на своей площадке. И поэтому не рискует особенно. Пытается дальним выбросом мяча сыграть на одного из своих партнеров. Игроки команды Синара. Один раз у них это получилось. Несколько, буквально минут назад. Но продолжается атака. Курсов хорошо прошел по левому краю и нанес хороший удар в ближний угол. Немного мимо летит мяч, но достаточно опасный был момент в исполнении украинских футболистов. Теперь Георгий Замтарадзе заводит мяч на своей площадке. Под прессингом находятся игроки команды Синара. И вот не могут они найти способ выйти из своей площадки. Просто вал посылает Герасимов мяч. И видим на последней минуте. Подобрали ключики к успешной тактике теперь украинские футболисты. И мяч, по большому счету, в последнее время находится на стороне площадки команды Синара. Бастриков пытался пройти, но тут Нестерук вовремя подоспел, перехватил мяч. И не получилось. А в данном случае уже Андрей Бастриков попытался перехватить мяч и пытался выйти один на один с вратарем. Не получилось. Все же мяч остается у команды Синара. И Шестеров по центру. Отдает пас. Получает обратно. Дальний удар. И Мельник с ближнего угла мяч накрывает. И открытый был обзор вратарю. И не составило большого труда парировать этот удар вратарю команды Енакиевец. С углового снова начали екатеринбуржцы. И по-прежнему мяч у них. Агапов. Вот мяч с аута на Бастрикова. Бастриков пытается обманными движениями сам пройти по центру для нанесения удара. Чем близко он находится сейчас от ворот. Мяч с аута по-прежнему. Агапов выходит, но мяч выпускают. Вот так вот на трибунах мальчишки машут руками. Передают привет россиянам и украинцам, которые сейчас в прямых трансляциях по спортивным каналам «Спорт» наблюдают за этой трансляцией из Рижского олимпийского спортивного центра. Очень интересно наблюдать молодому поколению за таким футзалом такого уровня, потому что Латвия удостоилась чести организовывать первый турнир
уже в первом турнире, второй этап. И Рига, и Даугавпилс, два города Латвии, удостоились такой чести. Матч продолжается. Мячом владеют игроки команды Динакиевец на своей площадке. И Замятин получает пас, перехват. В данном случае Агапов с мячом. Но не дают ему развить скорость на своей территории соперник. И снова Бастриков отдает обратно. По левому краю пытался теперь уже пройти Герасимов, но забирает у него мяч. Очень много единоборств, силовой борьбы проходит сейчас на площадке. Борьба за инициативу. Никто просто так не собирается сдаваться. Чуть больше 10 минут еще остается в первом тайме. Команды разыгрались. И, можно сказать, идет рутина матча, если это так можно назвать. Где в любой момент могут взорваться, как вот сейчас. Упускает отличную возможность после дальнего заброса своего партнера. Мяч получил Артем Качер и пытался он низом с разворота мяч прокинуть под вратарем в сетку ворот. Но все-таки в данной ситуации Мельник сыграл надежно. Отпарировал он этот удар, но снова екатеринбуржцы вводили мяч. И только сейчас перехватили его украинские футболисты. И снова не спеша начиная свою атаку Курцев. Борется он с соперником в центре площадки. Но возвращает под свой контроль екатеринбуржцы мяч. Мохов через вратаря. Снова на Качера. Загузов. Вот так хорошо развивает свою контратаку теперь. На Загузове мяч, но не смог он распорядиться мячом. Хорошую передачу он получил в углу площадки, но уже подоспел защитник. Тем более мяч снова под контролем Енакиевца. Тяга. Пас на Артема Рось. Васура. По центру. Кая Жуниор. В оптимальных составах обе команды играют в сегодняшнем матче. Никто в предыдущих матчах не получил серьезных травм, поэтому оптимально вышли сейчас. И ой, какой момент! Повезло! Повезло, что мяч не дошел до Загузова. Сумел распорядиться грамотно мячом игрок команды Енакиевец. И вот так вот дальний заброс на Качера. Мы видим на повторе. Вот так сходу он принимает мяч на грудь, разворачивается. Грамотно все было сделано, но... И вот снова усилиями игроков команды Синара пытаются они уже встретить своего соперника и заставить ошибиться еще на подходе к центру площадки. И чуть ли Николай Кузнецов не забирает у Васуры мяч, но обошлось в этот раз. Справился с этой ситуацией последний игрок, находящийся на рубеже своей команды, команды Енакиевца. Этот игрок, Васура, разыгрывающий. Если он теряет мяч, то это чревато большими неприятностями, выходом в один в один. И в данной ситуации снова владеют мячом екатеринбуржцы. Вводит мяч Шахметов. И тот же быстрым, хлестким ударом Сергей Абрамов. Прямо в вратаря. Мяч, правда, летит. И вратарь отбивает этот удар. Артем Рось отдал пас на Каю Жуниор. Теперь уже украинские футболисты пытались, но грамотно Владислав Шахметов обыграл здесь своего оппонента Каю Жуниора и забрал мяч. Снова в той же похожей ситуации справляется он с Каю Жуниором. Снова забирает мяч и пытается Абрамов пробить по воротам, но тут уже Васура каждый раз поставляет ногу, не дает ему это сделать. Васура в углу своей площадки пытается отдать. Кайо Жуниор. Проброс на Рось. И Тиаго не спеша уже теперь по центру разыгрывает мяч. Переходит через центр. Отличный пас на Тиаго под удар. И снова перекладина. Вот так вот игроки Синары, как только немного дают дистанцию, тут же этим пользуются украинские футболисты. И в данном случае отличным ударом здесь был под этой Тяга, видите, отличный
Подличный удар вывел Кайо Жуниора. И штанга спасает команду. И вот уже опять страсти кипят. На паркете находится Васура. С кем-то опять конфликт, столкновение, похоже, с Афанасьевым. И судья Александр Голубев снова успокаивает на данный момент. Не убедил в предыдущих эпизодах судья желтыми карточками игроков. По-прежнему продолжаются вот такие спорные моменты в столкновениях, грубости так называемые. Снова с мячом теряют, правда, Юнакиевец и Синар от своих ворот. Владислав сам пытается пройти. Не получается у него это. И Артем Рось получает отличный момент. И сзади Афанасьев сумел блокировать этот удар на грани фола. Была ситуация, судьи молчат. Это говорит о том, что все было в рамках правил. В данный момент угловой будут разыгрывать украинские футболисты. Тиаго. Будут искать партнера, кому навешивать на самую удобную позицию и дистанцию для нанесения удара. Посмотрим. Да, навес. И хороший навес на Кайо Жуниора. Была дистанция для нанесения удара. Буквально несколько секунд назад Кайо Жуниор нанес отличный удар в створ ворот. Штанга спасла. Но уже второй раз за последнюю минуту Кайо Жуниор. Именно ему предоставляется возможность поразить ворот соперников, но пока не получается. Снова с мячом команда Синара. Шайхметов. И тут с Афанасьевым сыграл Абрамов. И мяч все-таки достается Мельнику. И тут же быстро он дает пас обратно своим. Снова с мячом Васура. Ищет Васура, кому передать. Ищет он, конечно же, Кайо Жуниора, который сейчас ищет удобную позицию, чтобы убежать от Афанасьева. Но Афанасьев как раз-таки последние моменты накрывал. И Артема Рось, и в предыдущем моменте Васуру. Грамотно обороняется команда Синара. Хотя бывают моменты, когда метра два дают они дистанции сопернику, и в этот момент производит соперник удары. Что ж, осталось меньше 7 минут в первом тайме. Минимальное преимущество имеют екатеринбуржцы. 1-0. Ведут они в счете. И с аута выводит мяч сейчас. Судья что-то объясняет игрокам команды. Показывает, какая должна быть дистанция. 5 метров. Не менее. Поэтому старается соблюдать судья это правило. Для того, чтобы был шанс команде Синара разыграть хорошо мяч. Они это пытались своим партнерам под удар. Но мяч очередной раз переходит во владение команды Синара. Ищет на дальнюю штангу. Пытался набрасывать Агапов, но не доходит мяч до Абрамова. Но по-прежнему мячом владеют екатеринбуржцы. Владислав Шаяхметов на Агапова. На своей территории играет с вратарем. И вратарь уже высоко на центр набрасывает мяч. Скорый первым успевает к этому мячу. Но партнеры не получают эту передачу. Снова Шаяхметов с мячом на своей площадке. Идет распасовку, не дают здесь. И отличный пас получает здесь Абрамов. Немного не успевал, но атака продолжается. И все-таки после последнего прикосновения к мячу Афанасьева, вернее, это был пас, мяч уходит за бровку. И теперь уже Юнакиевец начинает атаку. Примерно схожая тактика у одной и другой команды. И тут снова отбор. Абрамов отдает на Афанасьева. Один на один с вратарем. Стоит перед вратарем. И что? Нет, все-таки Мельник. Второй, третий раз. Два раза подряд спасает он свою команду. И теперь уже в бой вступает Георгий Замторадзе. Там уже Нестерук прорывался.
И наносил удар низом. Вратари на высоте в данных эпизодах. И сейчас уже требуется медицинская помощь Сергею Абрамову. На бровке. Похоже, он столкнулся с соперником. И вот теперь приходится холодком заморозочку применять для того, чтобы восстановить кондицию и коленный сустав игрока команды «Синара». Абрамов очень важный в данном моменте игрок команды «Синара». И изо всех сил стараются медперсонал вернуть как можно быстрее обратно на площадку Сергея. А, матч продолжается. Агапов. Пас на Бастрикова. Бастриков по центру ищет партнера в угол. Отдает пас на Шестерова. Но перехват. Перехват. Замятин. И сам прорывается. Теперь уже не получается. Перехват один за другим. И теперь снова Бастриков. Один перед ним защитник. И грамотно с ним разбирается Виталий Нестерук. Отдает пас на Хурсова. И в этот раз в аут выходит мяч, и мы видим на поле Виталия Нестерука, которому также требуется... Нет, отказывается он от помощи прямо на паркете. Хромает и уходит на скамейку запасных. Скорее всего, там ему будут оказывать помощь. Мяч остается у игроков Енакиевца. Свиридов дает пас уже дальше на скорые. Замятиным. В глубине своей площадки разыгрывают. Очень опасно. Потому что тут же забирают. Забирает. Шестеров здесь пытался забрать мяч. Но все-таки Свиридов сумел отстоять. Богдан сумел отстоять позицию. И мяч с аута вводят снова украинские футболисты. Что теперь угловой показывает. Значит, последний мяча коснулся Валерий Замятин. Так, угловой будут выполнять игроки команды «Синара». Ищет партнера Бастриков, но не доходит мяч, как полагается, до Агапова, который мог бы внезапно пробить поворотом, но эпизод ушел. Сейчас уже обороняется «Синара». Замятин с аута будет мяч. Ищет он Свиридова. Но здесь Герасимов, видя эту передачу, отправляет мяч снова в аут. Уже ближе к воротам. Теперь вводит Замятин мяч к воротам соперника. И что же теперь? Неправильно был введен аут. Судья заметил, что мяч перешел линию во время выполнения аута. Это значит, что теперь уже мяч отдается сопернику, команде «Синара». И Агапов будет вводить этот мяч на своей площадке. И три игрока команды «Енакиевец» находятся на чужой площадке. Пытаются они прессинговать. Встречают соперника уже в глубине, заставляя ошибаться соперника. Но только вот таким образом смог Шестеров забросить мяч. Но толка от этого не было. Теперь мячом владеют снова украинские футболисты. Снова мяч переходит к команде «Синара». Здесь хорошее поле деятельности появилось у Бастрикова. Но не смог он нанести удар. Видел, что перекрывают ему. Все равно продолжалось в данном случае уже. Снова Енакиевец в контратаке. Курсов по левому краю. И перехват Агапов вместе с Бастриковым вдвоем. Агапов сам сдвинулся в центр и нанес удар в дальний угол. Мельник справляется с этим ударом. Понимал он, что в данный момент, когда в левый край сдвигается соперник на нанесение удара, а правый закрывает по-прежнему с ним идущий защитник, удар, по большому счету, будет нанесен в дальний. Поэтому Мельник разгадал эту ситуацию и теперь пытался Артем Рось пробросить на Свиридова мяч, но Свиридов не доходит. И более не очень точный был пас.
в исполнении Артема Роси. И мяч вводит Мохов. Игрок команды Синара пытается пробросить на Бастрикова по правому краю. Все-таки не дает Свиридов принять мяч, как полагается. И снова с мячом уже украинские футболисты на своей площадке. Катают мяч. Ласура снова в поле. И тот его уже очень жестко встречает Шестеров. Не дает отдать пас. И 3,5 минуты остается в первом тайме. Счет по-прежнему 1-0 в пользу команды из Екатеринбурга. Команда Синара в начале первого тайма открыла счет и по-прежнему ведут. Недоволен, оказавшийся на полу, Артем Качер после столкновения с Васурой, но судья никак не реагирует на эту ситуацию, считая, что все было в рамках дозволенного, в рамках правил. И с центра площадки Саута Артем Качер вводит мяч. И катают мяч они по центру площадки. Пас на Загузова. Хороший пас. Загузов не видел. Не видел, что Качер за ним забегал. Сдвинулся в центр. И мяч в центре площадки катают екатеринбуржцы. Качер на Кузнецова. Первый раз вижу. Нет, второй. Действие Николая Кузнецова. И именно он сейчас все-таки сумел разобраться с Свиридовым, который опасно продвигался по центру в контратаке. И справился Кузнецов с своей задачей. Мячом владеют теперь екатеринбуржцы. Дальний пас хороший на Артема Качера. Пытался он достать этот мяч оригинальным способом, развернувшись уже спиной, понимая, что уже никак головой не достать. Он уже, развернувшись, пытался выбросить ногу назад, чтобы как-то попытаться остановить. Но не получилось. Мячом владеют игроки команды «Иннокиевец». Катают мяч на свое поле. Тиаго, Васура. В своем оптимальном составе. Именно эта четверка в первом тайме. Большинство находится на поле у команды «Иннокиевец». Это Васура, Кайо Жуниор, Тиаго и Артем Рось. Основной состав команды. Каждый игрок из которого очень технично грамотен и может в любой момент переиграть своего оппонента и нанести опасный удар по воротам соперника. Заброс на Качера. И вовремя Мельник выходит из ворот. И уже ногой мяч выводит в аут. Мохов вводит аут на Шаяхметова. Шаяхметов ищет заброс на одного из партнеров, понимая, что нечего делать возле своих ворот. Потому вот таким образом, долго разыгрывая мяч на своей площадке, создается опасный момент возле ворот команды Синара. И здесь Георгий Зантарадзе, долго не думая, отправляет мяч в аут. И по-прежнему в атаке команда «Иннокиевец». В центре площадки Тиаго ищет партнера, снова на Васуру. Васура ищет, ждет, когда сдвинется Кайо Жуниор в более выгодную позицию. И так происходит. Теперь Васура сменился, сам забежал вперед, но не доходит до него мяч. Качер проходит по центру сам, с ним двое оппонентов, возвращается назад. Опасной ситуации. Артем понимает, что здесь ему с двумя не справиться. Заброс на Афанасьева. И в атаке Кайо Жуниор. Кайо Жуниор очень хорошо пробил в дальний угол. И в нескольких сантиметрах пролетает мяч после его удара. В первом тайме уже несколько раз Кайо Жуниор наносил очень опасные удары в створ ворот команды Синара. И в данный момент Вадим Яшин, главный тренер команды Синара, берет минутный тайм-аут. Понимает Вадим, что нужно сохранить этот счет. Это небольшое, скользкое, но все-таки преимущество за своей командой. Потому что осталось всего ничего сыграть в первом тайме, чуть больше одной минуты. И поэтому на паркете сейчас, конечно же, девчонки из группы поддержки клуба «Никарс» рижской команды, который является организатором второго этапа, рижского этапа группы А кубка Константина Еременко, первого кубка. Вот такой по географии кубок Евразии происходит. Знаем, что 5 стран участвуют в этом первом кубке. Это
Страна Россия, Украина, Чехия, Казахстан и Латвия. И именно в последний сейчас проходит этап, второй этап в двух городах, в Риге и в Даугавпилсе. И в данный момент также в Даугавпилсе проходит игра команд Балтик Флора, Чехия и Тюмень, Россия. Только теоретические возможности имеет команда Балтик Флора. Надеются они победить в своем последнем матче и ждут, что Кайрат сумеет упустить не только победу, но даже ничью в матче против команды Раба, что очень трудно вообразимо, конечно. Но все бывает в футзале. Команда Раба очень хорошо себя проявила в последнем матче против Балтик Флоры, ведя в счете, и очень опасно. На поле тем временем, на последней минуте матча, Виталий Скорый мог разобраться с вратарем, но не точно бьет он. Тем более, что Замтарадзе перекрыл все пути и возможности нанесения более точного удара. Агапа с мячом. Дальняя диагональная передача на Афанасьева. Мяч не доходит. Тиаго с мячом по центру. Очень хороший удар. Траектория была пониже сходящей. И такой мяч может спуститься ниже перекладины. Но мимо ворот летит мяч. Хороший был удар нанесен. И последние секунды идут. Синара сейчас владеет мячом. Катают мяч. Перехват. Артем Рось по правому краю. В центр. И сам Артем наносит. Видя, что последние секунды идут. Поторопился немного Артем. Конечно, будь более точным, был бы опасный момент. Но решил он сам пробить по воротам. И в данном случае мимо ворот летит мяч. Последние секунды первого тайма. Мячом владеют екатеринбуржцы. Никуда не торопится. Последние секунды. Сергей Абрамов просто удерживает мяч. И звучит сирена, означающая, что первый тайм завершен в пользу команды Синара Екатеринбург. Напомню, что именно команда Синара забила единственный мяч в первом тайме, открыв счет. Сохранила этот результат в свою пользу. И мы будем ожидать с нетерпением второй тайм. В данной ситуации команду «Иннокиевец» устраивает ничья в этом матче. Поэтому все ответы на вопросы мы, конечно же, получим после окончательных 25 минут второго тайма. А пока перерыв.
Итак, уважаемые зрители,
Итак, уважаемые зрители спортивного канала России Спорт, а также украинского Спорт 1 и Спорт 2, мы продолжаем трансляцию матча Янакиевец Янакиева, Украина и Синара, Екатеринбург. Мини-футбол. Праздник мини-футбола в столице Латвии, Рига, продолжается в Олимпийском спортивном комплексе. Продолжается второй этап подгруппы А. И эти две команды продолжают борьбу за вторую путевку выхода в финал четырех, который состоится в марте следующего года. И в данный момент, после первого тайма, команда Синара Екатеринбург ведет в счете 1-0 в первом тайме. Андрей Афанасьев с подачи Константина Агапова замкнул комбинацию и открыл счет в этом матче. И теперь уже с центра поля. Второй тайм мяч разыграли украинские футболисты и пытаются наладить первую атаку. Катают мяч на своем поле. Не дает соперник продвинуться дальше. Приходится топтаться в центре площадки пока. Замятин с мячом. Отдает он обратно на Нестерука. А дальше на скорые. Вытягивают они соперника, пытаются раскачать. И тут в данном случае Нестерук пытался пробросить мяч на своего партнера, но тот, видно, не понял его и не забежал на бровку. Мяч переходит теперь к екатеринбуржцам. Афанасьев на правом краю среди трех игроков находит способ отдать пас своему партнеру. Итак, Абрама с мячом. Ищет партнера по центру, кому пробросить. Находит Владислава Шаяхметов, который сам пытался продвинуться по центру и нанести удар, но не дал Виталий Скорый в данном случае ему повернуться и нанести удар. По-прежнему мячом владеют екатеринбуржцы. В центр пытался Абрамов продвинуться, но грубо здесь рукой сыграл против него Александр Курцев. И первый фол команде Янакиевец. И именно Александр Курцев зарабатывает. И Абрамов получает отличный шанс для нанесения удара или розыгрыша мяча в площадке соперника. Достаточно близко и опасно от ворот. Абрамов отдает в угол площадки на Иванова. Интересная была задумка, но вот кто должен был зайти на дальнюю штангу? Смотрят на друг друга. Шаяхметов с Афанасьевым. Кто-то из них, по-моему, должен был находиться там для завершения такой комбинации. Но по-прежнему мяч. Афанасьев прорывается и короткая передача на Иванова, который мог в дальний угол отправить мяч, но чуть-чуть не хватило ему для нанесения от более точного удара. И Скорый возле ворот пытается заиграться. Оппонирует он к своим партнерам. Тем, что никто не открывается для передачи. Нестерук уже сам пытается среди трех соперников пройти по правому флангу. Естественно, ему это не дают. А вот Шаяхметов пробрался сквозь центр через двоих игроков команды Янакиевец. И только в конце теряет мяч. Снова украинские футболисты. Нестерук по центру на Замятина. Дальше на Курцева. Выжимают из своей площадки екатеринбуржцы. В данном случае Абрамов Сергей очень плотно играл с Курцевым. И сумел он добиться того, что мяч был перехвачен. И Афанасьев пас на Абрамова. И мяч в сетке ворот. Даже сквозь Курцева. Между ног мяч он посылает.
когда Хурсов пытался закрыть ближний угол. И вратарь в данный момент все-таки находился в углу площадки. Вот так Шаяхметов сумел отлично отдать пас на Афанасьева, который, долго не думая, отдает пас на своего партнера. Итак, счет становится 2-0. И это случилось уже на третьей минуте второго тайма. Удваивают свое преимущество екатеринбуржцы. И теперь Артем Рось катает мяч возле своих ворот. Играет с вратарем. Голкипер выносит далеко мяч, но теряют игроки енакиевцы. Мяч теперь будут контролировать игроки команды Синара. Что ж, тревожный звоночек прозвенел теперь для тренерского стана команды «Енакиевец». Олегу Солодовнику теперь будет о чем подумать. Счет 2-0. Надо думать, забивать также украинцам. Не проходит передача у екатеринбуржцев. Дальше на Артема Качера. Нет, извините, на Герасимова. Но по-прежнему прессингуют екатеринбуржца в углу площадки соперника. Это Шистеров Николай. Пытался обыграть Васуру. И что ж, это ему удалось. Принесло плоды. Теперь аут вводит Константин Агапов. И теперь вот так вот. Хороший пас был на Максима Герасимова. Под удар. И был нанесен хороший удар. Но с ним справился Андрей Мельник. И мячом теперь уже владеют игроки команды «Енакиевец». И вот так очень плотно играют с ним соперники. Игроки команды «Синара» по-прежнему мячом владеют. Игроки команды «Енакиевец», Васура, Нарось. Оптимальный стартовый основной состав сейчас у команды «Енакиевец» в поле. Но мяч перехватывает. Здесь один. Остается Бастриков. И в данном случае Агапов находится на полу. Но в данный момент судья не замечает в этом столкновении ничего опасного и предосудительного. И все-таки фол задержки. Фасура получает желтую карточку. Предупреждение. Судья все-таки заметил. Карл Линард, чешский специалист, заметил нарушение со стороны Васура. И таким образом матч теперь продолжается. По-прежнему мячом владеет команда «Синара». Агапов. И перехват. Кайо Джуниор. Васура один уже ждет передачи. Набрасывает теперь на него, но слишком низко летит мяч. И Шестеров отдает пас своему партнеру. И теперь уже пытался по правой бровке двигаться Герасимов. И, похоже, «Синара» зарабатывает первый фол. Именно так на Васури фолит игрок команды «Синара». И мячом теперь снова владеют украинские футболисты. Кайо Джуниор на левой бровке. И вдвоем с ним справляются тот же Бастриков и Герасимов. Так вдвоем успевают они на одного игрока. Достаточно шустро передвигаются игроки команды «Синара». Ребята молодые, конечно же, сил много. Физическая кондиция позволяет. Ну и тем более, я думаю, это наработки тренерского состава. Достаточно заметно, что игроки команды «Синара» достаточно много быстро передвигаются. И вот опять очередной перехват. Герасимов выведен 1-1. И как мяч не оказывается
в воротах после удара Бастрикова, который уже в падении. Бьет ворот. Снова отбор. Еще один отбор. Опасный момент. Да, после удара Герасимова Мельник спасает ситуацию. Один на один выходит здесь с вратарем. И в дальнюю пытается пробить. И Мельник выставляет руку. Как мы видим, спасает свои ворота. Атака продолжается. Команда Синара. И после падения Артема Рось, игрок команды Синара, Николай Шисеров просто мяч посылает в аут. Понимая, что игрок команды соперника получает болезненный удар. Все в порядке с Артемом. И теперь Тиаго просто отдает мяч. Дальним ударом посылая за линию ворот команды соперника. И Георгий Зантарадзе будет мяч в игру. Дальний пас на правую бровку. На того же Агапова, но не получилось хорошо обработать мяч на правой бровке. И мяч переходит теперь уже к игрокам команды Иннокеевец. Тиаго пытается найти партнера. Артем Ройс пытался на дальней штанге освободиться. Не доходит до него пас. Артем с мячом. Асура от своих ворот уже снова пытались организовать атаку, но все ходы и выходы перекрывают игроки команды Синара. Не дают разогнаться контратаке соперников. И хочу вам, уважаемые зрители, особенно Украины, хочу поздравить от имени организаторов команду Иннокеевец в данном случае. Ведь именно сегодня, долгих 13 лет, с 2000 года, целых 13 лет назад был учрежден клуб Иннокеевец. И тем человеком, организатором был извините, очень неудачный я нашел момент для того, чтобы поздравить украинскую команду. Казалось, спокойное действие было, и было время для этого, но в этот момент очень быстрый перехват состоялся со стороны команды Синара. И они забивают третий гол. И мы видим на повторе, игрок номер 19 сместился в центр и влево от вратаря угол посылает низом мяч. Константин Агапов забивает третий мяч в ворота команды Иннокеевец. И все-таки закончу я начатое поздравление команде Иннокеевец. 13 лет назад, в 2000 году, Андрей Станиславович Новиков, президент клуба Иннокеевец, основал этот клуб. И вот этот клуб уже в первый турнир Константина Еременко был приглашен для участия в нем. И мы видим, этот клуб сейчас, команда борется за вторую путевку. Игра продолжается, и именно игроки Иннокеевец сейчас владеют мячом. И перехват очередной. Скорый закрывает эту передачу, потому что уже готовился прострел. Качер пытался дать пас на Кузнецова, но не проходит этот опасный прострел. Очень много единоборств проходит сейчас на площадке. Тем более сейчас, в данный момент, уже подопечным Олегу Солодовнику нужно прессинговать, что они и делают. Счет 0-3 совершенно их не устраивает. Еще достаточно много времени, чуть меньше 18 минут второго тайма. Но уже сейчас надо думать, как отыгрываться и находить слабые места соперника для реализации собственных моментов. Голевых, естественно. Замятин с аута пытался отдать Свиридову.
тут же к ним подоспели двое игрока команды соперника и не дали принять мяч. Перехват Васура. Замятин отдает на дальше на скорые. Виталий продолжает борьбу с соперником. Это у него удается. Проходит по центру. Отдает он пас на Свиридова. И Зантарадзе выходит вовремя из ворот и выбивает мяч в аут. Опасная контратака сейчас была организована украинскими футболистами. И теперь уже Замятин снова пытался по центру. Он Свиридов проходит. Это передача в конце. И аут будет вводить украинские футболисты. Так, желтую карточку. Артем Качер получает предупреждение, желтую карточку. Игрок команды Синара, Екатеринбург. В данном случае. И перехват очередной на Качера. Кузнецов сделал перехват и тут же быстрым пасом вывел на ударную позицию Артема Качера. С углового продолжает атаку. Свиридов отлично дает пас. Замятин издали решил пробить по воротам. Но не без труда Георгий Зантарадзе накрывает этот удар. Мячом владеют екатеринбуржцы в данный момент. Загузов обратно на Мохова. Напомню, что Мохов был героем вчерашнего дня на последних минутах игры с командой «Газпром Югра». Мохов, как пятый игрок вместо вратаря, выходил в поле. В тот момент он сравнял счет, а также на последней секунде он отдал пас Константину Агапову, который на последней секунде забил победный гол в ворота команды «Газпром Югра». Вот так вчера команда из Екатеринбурга вырвала победу. Очень красивый и зрелищный был матч. Оба матча были очень интересные. И вот это продолжается сегодня. Этот турнир на кубок Константина Еременко. Вот небольшая неразбериха. Виталий Скорый упал на вблизи от ворот. Судья не нашел ничего в виде нарушения. А вот сейчас уже тоже Виталий Скорый нарушает. Третий фол получает команда Инакиевец. В данном случае Виталий Скорый все-таки фолил на игроке команды Синара. Непосредственно Андрея Афанасьева. И будут пробивать екатеринбуржцы штрафной удар. Достаточно далеко от ворот. Метров 20. Абрамов думает, что делать. Вдвоем с Шаяхметовым. Именно так. Короткий пас. Отдает Абрамов Шаяхметову. И тот наносит опасный удар по воротам. И в данном случае свисток арбитра. Руками играет здесь Виталий Нестерук. И Иванов получает удар по лицу. И судья не оставляет это безнаказанным. Это не фол. Это все-таки спорный мяч. И в данном случае Абрамов просто закидывает мяч. Отдает сопернику. И мяч вводит голкипер команды Андрей Мельник. И очень быстрая атака. Какой момент. Ройс очень качественно пробил в дальний угол. Вратарь парировал. И уже в
прыжке добивал мяч игрок команды «Енакиевец» Виталий Нестерук. И рядом со штангой пролетает мяч. Виден на повторе. Рось очень быстро продвигается. Дальний удар. Мяч оскакивает рядом. И уже ножницами в прыжке Нестерук добивает. И, к сожалению, не хватило удачи и точности игроку команды «Енакиевец» забить первый мяч в этой игре команды «Енакиевец». Счет по-прежнему 3-0. Остается 15 минут игры времени во втором тайме. И в счете уверенно ведут игроки команды «Синара». Что ж, мяч контролируют игроки «Енакиевца». С углового мяч будет вводить игрок команды «Енакиевец» Артем Рось. Забрасывал он сейчас на Нестерука. Но мяч перехватывает Абрамов. Успел добежать до ворот и сделать удар. Очень опасный в данном случае уже правой рукой. Как видим, здесь Мельник справился с этим ударом и выбивает мяч на угловой. Интересный ход событий. Много опасных моментов. И в данном случае правая рука Андрея Мельника пострадала после этого удара. Именно кисть. Она и сейчас у него завязана. Много ударов приходится отбивать голкиперам в эти дни. Все в порядке. Андрей снова в воротах и угловой. Время вышло. Посчитал судья. 4 секунды дается для того, чтобы игроки могли ввести мяч с аута и с углового. Время ушло, и мяч передается теперь игрокам команды «Енакиевец». Отворот. Уже время идет. Судья показывает, что время идет. Вот так очень важный момент. И 4 секунды вышли. Судья считал в этот момент время. Не разобрались игроки команды «Енакиевец» ситуацией. Судья сделал смену, отдав с углового мяч вратарю. Вратаря в этот момент не находилось в поле. И тогда, когда он уже добежал до ворот, чтобы ввести мяч в игру, вышла 4-я секунда. А это значит, что теперь снова мяч переходит в руки сопернику, команде «Синара». И именно это сейчас судья Александр Голубев объясняет игрокам команды «Енакиевец». И в данный момент опасный будет выполнять с линии штрафной игроки команды «Синара». Что ж, это свободный удар. Нельзя делать прямой. Значит, будет первый пас. И да! Вот так разыграли. Агапов буквально на несколько сантиметров сдвинул мяч. Тут же Шаяхметов отдал пас на дальнюю штангу, где уже караулил игрок команды «Синара» Афанасьев Андрей, забивая 4-й мяч в ворота команды. И сейчас минутный перерыв на площадке Рижского олимпийского спортивного центра. Обе команды получают передышку. Меньше 15 минут остается во втором тайме. И в хорошем расположении духа сейчас находятся игроки и тренерский состав команды «Синара» из Екатеринбурга. Девчонки стараются вовсю развлекать публику. Группа поддержки рижской команды «Никарс», которая уже через некоторое время, через полтора часа, будет играть с лидером подгруппы А командой «Газпром Югра» из Югорска, Россия. Вот так очень быстро пролетает минута.
И команда возвращается в поле. Продолжается игра. По-прежнему достаточно много времени для того, чтобы изменить ход событий. И этой минутой старались воспользоваться тренера команды «Иннокиевец», особенно главный тренер Алекс Солодовник, который сделал последние коррекции, наставления своей команде для того, чтобы изменить ход событий. Потому что, напомню, команды сейчас в этой игре борются за вторую путевку попадания в финал четырех турнира Константина Еременко. И вот сейчас мы видим изменения в составе и в тактике игры команды «Иннокиевец». Появился пятый полевой игрок вместо вратаря. В данном случае это Валерий Замятин. Именно он последний на рубеже и не имеет права ошибаться здесь. «Иннокиевец» на чужой площадке. Был перехват, но не сумел воспользоваться Владислав Шаяхметов этой ситуацией. Только отбил мяч, но не взял под свой контроль. По-прежнему теперь мяч не доходит. Передача на Свиридова в углу площадки и возвращается. Нет, не возвращается. Все-таки мяч остается у команды «Иннокиевец». Снова 4 секунды. Не хватило игрокам теперь уже команды «Синара» ввести мяч. И что же? Мяч возвращается сопернику на площадке екатеринбуржцев. Мяч отдается обратно на Артема Рось. И Артем начинает атаку своей команды по центру. Он последний здесь играет. Мяч на Валерия Замятина. Рось в углу. Поджимают тут же игроки команды Абрамов. Перехватив мяч, пытался обыграть своего оппонента и нанести точный удар по пустым воротам команды «Иннокиевец». Не получилось у него это в этот раз. Что приходится очень рисковать. И вот это пас на Свиридова. Дальше Свиридов сумел прокинуть мяч на угол вратарской площадки. И Валерий Замятин. Смотрим на повторе. Здесь сумел Шаяхметова обойти Свиридов и точным пасом вывел на ударную позицию Валерия Замятина. Первый гол влетает в сетку ворот команды «Синара». Счет становится 4-1. Вот так вот команда «Иннокиевец» сумела забить первый гол, поменяв тактику игры, сменив вратаря на пятого полевого. Этот риск оправдался в данной ситуации. Смотрим снова очередной пас на Бастрикова. За своих ворот находится сейчас Владислав Шаяхметов. Отдал точный пас на Абрамова. И Абрамов не сумел. В данной ситуации, Мельник вышел навстречу. Не сумел он через него перекинуть мяч. Ваут выбил голкипер. Опасно, конечно, был. Хороший пас на Абрамова, но мячом по-прежнему владеют игроки команды «Синара». Дальним пасом забрасывает на вратарскую площадку. И теперь уже Мельник снова вступает. Быстро дает пас своим партнерам. И Васура вводит мяч с аута. Артем Рось снова с мячом. Нестерук. Катают мяч через Замятина. Приближается к площадке, к воротам. Штрафной. И Свиридов на ударной позиции. Штанга. Штанга спасает очередной раз команду «Синара». Ничего уже здесь не мог поделать после этого удара вратарь команды Георгий Замтарадзе. И Свиридов пробивал с оптимальной дистанции. И штанга спасает екатеринбуржцев. Звучит свисток. И второй фол зарабатывает команда «Синара». На чужой площадке спалили. И 12 минут ровно остается до конца игры. И снова не спеша команда «Иннокиевец» начинает свою атаку.
вытягивает соперника на себя. И хороший пас нанести рука. И все-таки Камтарадзе накрывает мяч в штрафной. Хотя сам уже находился за ней. Очередной раз. Хорошая была позиция в данном случае на правой бровке у Виталия Нестерука. После хорошей передачи Артема Рось, но голкипер здесь справился с ситуацией. Не дал ударить более опасно. Но снова в атаке украинские футболисты. Снова катают они мяч по центру. Пытаются вытянуть на себя и создать опасный момент возле ворот команды подопечного. Извините, продолжается атака. Артем Рось очень грамотно сейчас катают мяч. Украинские футболисты уверенно это делают. Пытались на... С острова пытался угла пробить Васура. Но очень неточно. Высоко летит. Взвивается мяч. И снова мячом будут владеть игроки команды Синара. Итак, запасной мяч судья вводит в игру, потому что мяч улетает далеко за пределы. И снова мячом уже на своей площадке владеют. Дальний пас проходит на Афанасьева. Но тут же с ним рядом оказался Рось. И пытался, и не дал ему даже развернуться. Вернули себе под контроль игроки команды Иннокевич. Но тут же Васура теряет мяч. Шаяхметов ищет партнеров, кому отдать пас. Находит Афанасьева, но Афанасьев не возвращается настолько, чтобы получить эту передачу. И Васура теперь пользуется моментом. Возвращает Замятин. Удар поворотом прямо перед собой. Отбивают. И в данный момент после отскока мяча от вратаря, от своего же вратаря Георгия Замтарадзе, который сумел накрыть очень опасный удар, дальний удар Валерия Замятина. Первым на этом отскоке оказался Владислав Шаяхметов, который дальним ударом поражает ворота соперников. Потому что, напомню, что 5 полевыми игроками сейчас играет команда Иннокевич, и счет становится 5-1. Снова увеличивают разрыв. 4 мяча игроки команды Синара. На оптимальную дистанцию для себя, удобную дистанцию в счете, уходят снова екатеринбуржцы. Снова в атаке команда Иннокевич и забивает уже через несколько секунд. Васура со второй попытки пробивает и забивает второй мяч. Счет становится 5-2. В пользу команды Синара по-прежнему. И с центра поля мяч будет Вот так девушка на трибунах переживает, конечно, за своих. По-моему, за украинскую команду. Все сейчас на Украине переживают. Возле экранов телевизоров своих. Смотрим канал первого и второго спортивного канала, который транслирует сейчас этот матч. Очень быстро по левой бровке Абрамов пытался продвинуться, но не вышло у него нанести удара. И вот так прессингуют уже сейчас игроки команды Синара, потому что понимают, что очень опасно отдавать инициативу своему сопернику, который в любой момент может наказать. Потому что именно таким образом украинцы сумели забить 2 гола, играя в пятером, в большинстве. Очень грамотно они перепасовываются и выводят то одного, то другого игрока на очень хорошую позицию для удара. И дважды они сумели таким образом забить гол в ворота соперника. И опасный был момент теперь возле ворот команды Иннокевич. Пытались набрасывать на Бастрикова. Но а мы на повторе видим красивый гол Васуры. В дальнюю девятку летит мяч, и счет стал 5-2.
Вернулся вратарь. Команда Иннокевич. Ворота. Потому что в атаке команда Синара. Абрама с мячом отдает Качеру. Дальше на Шахметова. Шахметов катает на Бастрикова. Теперь используют всю площадку игроки команды Синара. Но за ними везде успевают их оппоненты. Васура перехватывает здесь на Свиридова. И Качер. Качер спасает ситуацию. Хотя уже, конечно, и Георгий Замтарадзе был рядом. Но в падении, в подкате мяч запутается в ногах игрока команды Синара и уходит на угловой. Разыграли угловой. Очень быстрые игроки команды Иннокевич. 8,5 минут до конца основного времени. Снова наносит опасный удар игрок команды Иннокевич. Свиридов. Вратарь справляется с этим ударом. И что же это было? Игра рукой. Судья успокаивает игроков, подходит к скамейке запасных. И именно ищет он игрока под номером 14. Валерий Замятин получает желтую карточку, предупреждение. За игру рукой. Увидим, конечно же, эту ситуацию. Судьи оба да, неправильно указали фамилию игрока, который получает желтую карточку. Я полностью уверен в том, что именно Валерий Замятин, игрок под номером 14, получил эту желтую карточку, а не Артем Рось. Поэтому матч продолжается. 8 минут остается до конца основного времени. Мяч катают игроки команды Синара. Очень напряженная проходит сейчас борьба. Дальний пас вратаря, но угодил мяч прямо в руки голкипера команды соперника. И мяч под контролем украинских футболистов. Свиридов тут же быстро вводит мяч на Артема. Артем Рось через центр. Снова распасовка. Снова Замятин вместо вратаря в действии. И пытаются игроки развить атаку. Хороший момент был сейчас у Васуры. Наносит он удар низом. Но очередной раз Георгий Замтарадзе справляется с этим ударом. И снова мяч под контролем. По-прежнему у команды Иннокевич. Замятин вводит мяч в игру. Васура ищет момент, ищет партнеров. Очередной раз хочу похвалить команду Иннокевич. Грамотно они катают. Заперли. И соперник буквально просто ожидает в своей штрафной площадке. Что же, каким образом будут действовать игроки украинской команды. Но очередной раз мяч переходит под контроль команды Иннокевич. Им нужно отыгрываться. Они в большинстве в данный момент рискуют по максимуму. Дважды в большинстве они уже забили. И у них есть еще достаточно времени, чтобы отыграться. Счет 5-2 не в их пользу. Поэтому им приходится рисковать. Теряют в данной ситуации. Нет, все-таки мяч остается. Оставляют судьи мяч. Теряют мяч игроки команды Иннокевич. Мяч переходит в Синари. И с угла площадки через вратаря играют. И просто далеко в аут выбивает Георгий Замтарадзе мяч. И похоже, что команда Синара сейчас заперта в своей штрафной площадке. Добилась своего, своей тактикой агрессивной команда Иннокевич. Подопечные Олега Солодовника. И владеют инициативой на данный момент украинские футболисты. Уверенно катают мяч они на чужой стороне площадки. И создают массу моментов. По-прежнему контролирует мяч
Иннокевич. Васура по левому флангу. На Замятина. Обратно. Еще раз пас. Вот теперь на Кайо Джуниора. Хорошо они пытались сыграть между собой с Замятиным, но Замятин не был на ударной позиции. Он возвращал обратно Джуниору мяч, но ничего толком из этого не вышло. И мяч уже выносили с своей площадки. Каждый раз, когда перехватывают екатеринбургские футболисты мяч, они прямой наводкой бьют по воротам, потому что ворота пусты. Это очередной момент, который могли потерять мяч. Но возвращают себе. Артем Рось по центру. На Замятина. Обратно. Васура. Снова. Не спеша. Васура сам пытается продвинуться по левой стороне. Сыграть с Джуниором. Тут он снова. Мяч с мячом Замятин. Хороший был пас по центру на Артема Рось. И низом. Очень неудобно для вратаря. Наносил удар Артем. И не без труда Георгий Замтарадзе справляется с этим ударом. Очень опасные моменты создают игроки команды Иннокевич. Они по-прежнему продолжают затяжную атаку. Осаду ворот соперника. Выше ворот летит мяч. И сейчас уже дальним броском забрасывает мяч Георгий Замтарадзе. На партнеров Васура. Как красиво переигрывает. Вывоз Джуниора. Джуниор обыграл красиво Николая Шестерова. Дождался паузу. Сделал все как надо. Но не смог он справиться с последним рубежом команды Синара. Георгий Замтарадзе, который накрыл этот удар. Но по-прежнему под контролем находится мяч у команды Иннокевич. Последние минуты игры. Именно эта команда, сменив вратаря, владеет инициативой и мячом. Очередной удар с поворотом. Рядом со штангой летит мяч. И в этот момент главный тренер Вадим Яшин команды Синара берет минутный тайм-аут. Очень много опасных моментов возле ворот. Его подопечных создает соперник. И в очень нужный момент тренер берет минутный тайм-аут. И вот сейчас, пользуясь паузой, хочу еще раз поздравить команду «Иннокевич» с юбилеем. 13 лет этой команде именно сегодня, 22 декабря. Ровно 13 лет назад, в 2000 году, был основан клуб «Иннокевич» по мини-футболу «Энникем Иным». Президентом клуба «Иннокевич» Новиковым Андреем Станиславовичем. Поздравляем вас, Андрей Станиславович, с днем рождения вашей команды. И, конечно, желаем успеха в оставшихся 5 минутах этого матча в борьбе за путевку в финал 4. По-прежнему у команды «Иннокевич» есть все возможности. Они владеют инициативой. И забей еще один в другой мяч, и все будет на тоненькой для команды Синара. В данном случае хочу напомнить, что ничья устраивает команду Иннокевич. И именно к этому результату сейчас надо стремиться этой команде в последние 5 минут игры. И маленькая пауза возникла. По-моему, разлили воду возле скамейки запасных, прямо на площадке. И судья это заметил, заставил технического работника убрать. И может продолжаться теперь игра. Мяч вводят игроки команды Синара. А именно вратарь команды Георгий Замтарадзе на Абрамова. Тут же с ним рядом оказывается Виталий Скорый. Поджимают каждого игрока очень плотно. Преследуют иннокевичи и тем самым создают опасные моменты. Они заставляют соперника ошибиться. В данном случае они владеют мячом после потери мяча соперникам, чего они и добивались. Замятин играет с Артемом Рось. Пытается на ударный момент вывести
Но после удара Замятина, в данном случае Шестеров Николай, подставляется под удар. Снова с мячом команда Иннокиевец. Не спеша разыгрывают. Артем Рось ищет момент. Скидывает он на Нестерука. Дальше на Жуниора. Пас, хороший пас. Артем Рось двигается в центр. И здесь рядом со штангой прокатывают мяч. И в данном случае уже защитники пытались отбиваться. И могли даже в собственные ворота закатить мяч. Курьезный был бы момент, но игра продолжается. Угловой будет. И перехватывает мяч. Очередной раз. Владислав Шаяхметов. Перехватив мяч, пытается забить очередной гол. У него это не получилось. Неточный удар. И Васура. Васура по правому краю получает мяч от партнера и пробивает по воротам. Угловой. Очень быстро проходит событие. Очередной удар. Не совсем удобный был пас в данном случае на Виталия Нестерука. Был это дальний пас, но неудобно в ситуации находился. Он и не смог сразу ударить по воротам. И тут же соперник пытался снова дальним ударом пробить по воротам. Очередной удар мимо. И мячом сейчас владеют игроки команды Синара. С аута вводит мяч Абрамов. Абрамов просит мяч у вратаря собственного. Что он и получает. Георгий увидел. Сергей отдал ему, но чуть выше летит мяч. И тут же пытаются контратаковать игроки команды. Иннокиевец, непосредственно Васура по правому флангу. Но теряет он мяч, и теперь он снова под контролем. Команда Синара. Дальние набросы голкипера команды на Афанасьева. Но высоко летит снова мяч. Не точно. Не успевает задерживать игроки команды Синара. И вот сейчас Абрамов фолит. Четвертый фол команды. Извините, третий фол команды Синара. Фолил он на Васура. Толкал его рукой. И 3 минуты остаются до конца основного времени игры. Снова мяч на половине площадки команды Синара. Обороняется. И как только получает мяч, сразу дальним ударом пытается пробить по пустым воротам. Мимо летит мяч. Сильно мимо. И снова мячом владеют. Меньше 3 минут. Нужно торопиться украинским футболистам сейчас. Они это понимают. Но понимаю также, что нужно очень осторожно действовать. Очень аккуратно для того, чтобы, не ошибаясь, суметь сделать удары более точными. Замятин хорошо пробил в дальний угол. Не без труда справляется Зантарадзе с этим ударом. Мяч по-прежнему под контролем команды Иннокиевец. Васура по центру. Ищет партнеров. На Свиридова. Обратно получает. Скидывает дальше на Замятина. Рось по центру. С мячом в центр. Скидывает Жуниору. Хорошая распасовка. Ищут моменты. Не доходит мяч в этот момент до Жуниора, который был в хорошей позиции. Афанасьев в этот момент помешал. Поставил ногу. Если бы дошел мяч до Жуниора, здесь была бы очень хорошая позиция для удара. Снова катают мяч игроки Иннокиевец. Сбрасывают на Артема. Рось пытался сразу пробить, но блокирован удар. Жуниор с мячом. Замятен Жуниор. И перед воротами такая сумятица. Второй раз накрывает. Лежа Замтарадзе в очередной раз спасает свою команду. Герой сегодняшнего дня, сегодняшней игры — Георгий Замтарадзе. Столько раз он спасал уже свою команду. И именно поэтому такой счет на табло 5-2 в пользу команды Синара Екатеринбург. И меньше 2 минут уже основного времени. С мячом команда Синара. И меняют на 5-го полевого игрока. Екатеринбуржцы. Мохов. Снова Мохов 5-м игроком.
герой прошлой встречи. Мохов с мячом, отдает пас на Абрамова. А там уже рядом был еще один игрок. Шестеров. Это могло быть. Завершится взятием ворот. Вот так вот. Очень опасно. Контратаковали. Екатеринбуржцы. Снова Абрамов. Абрамов пытался дальним ударом пробить. Мяч снова под контролем у команды. Иннокевич пытается развить очередную атаку. Дальний пас на Свиридова. Не успевает он к этому пасу. Слишком неточный был он, и мяч под контролем вратаря команды Синара. Дальний наброс. Увидел он Афанасьева. Но Афанасьев не сумел головой нанести точный удар. И прессингует на площадке соперника. Идет последняя минута. Перехвасивает мяч прямо возле ворот. Шаяхметов. Который раз Владислав перехватывает важные мячи. И Андрей Афанасьев получает отличный шанс забить очередной гол в ворота команды соперника. Счет становится 6-2 в пользу команды Синара. Идет последняя минута матча. Свиридов. Был ли это гол? Да, это гол. Почему все молчат? Никто даже не хлопает. Какой-то момент был. Мне показалось даже, что мяч не засчитывается. Но с острого угла все-таки сумели выжать максимум из ситуации. Хороший прострел на ворота. И уже перед воротами оказавшийся игрок Кайо Жуниор сумел забить. И Кайо снова забивает за несколько секунд. Надо же, четвертый мяч влетает в сетку ворот команды Синара. Вот это да! Вот так развиваются события. Кто бы ожидал, счет становится 6-4. Ругают друг друга игроки команды, особенно Владислав Шаяхметов. Как же так? Раздосадованы игроки команды Синара. Такое преимущество было на последней минуте. И вдруг за несколько секунд получает два гола в собственные ворота. И команда Иннокевич бросается в атаку сейчас на последних секундах этого матча. Жуниор с мячом, но теряет он мяч, к сожалению, для команды Иннокевич. Андрей Бастриков, оказавшийся рядом с Кайо Жуниором, воспользовался замешательством и со своей площадки дальним ударом отправляет мяч в пустые ворота. Вот так вот мяч закатывается, и Шестеров, конечно, радуется здесь успеху своего партнера, своей команды. Счет становится 7-4. Идут последние секунды этого матча. Команда Иннокевич все-таки пытается еще что-то сделать, но мы уже все прекрасно понимаем, что этих секунд не хватит. Не хватит команде Иннокевич. Мяч просто уже перекидывается. Последняя атака. Абрамов пытался прокинуть мяч на Бастрикова в последней секунде. Именно секунда осталась до конца. И мы уже можем смело заявлять о том, что финал четырех, завоевав вторую путевку из группы А, выходит после победы над соперником команда Синара Екатеринбург. Завоевав очередные 3 очка, в данном случае набирают они 10 и выходят на вторую строчку таблицы группы А, тем самым получая заветную путевку. Финал четырех. Что ж, характер проявили в оконцовке матча игроки команды «Иннокевич». Сумели они, перехватив инициативу, забить несколько мячей. Счет даже на последних секундах дважды увеличился в их пользу. В замешательстве находились игроки команды «Синара». Но все-таки точку в этой игре сумел поставить Андрей Бастриков. Что ж, команды поздравляют, жмут друг другу руки. Конечно же, поздравляют екатеринбуржцев с выходом в финал. Заслуженно побеждает команда в этой игре.
7-4. Убедительная победа команды Синара. Ну, а мы ненадолго прощаемся с вами, потому что уже через час состоится последняя в этом этапе матч между командами Никарс Рига и Газпром Югра Югорск. Оставайтесь с нами на российском канале «Спорт» и «Спорт-1» и «Спорт-2» на Украине. Спасибо большое за внимание и уже встретимся через час. Итак, Георгий, поздравляем вас с победой вашей команды. Вы также названы лучшим игроком этого матча. Пожалуйста, краткий комментарий. Вы неоднократно спасали в игре свою команду. И большая заслуга именно вашей игры в данный момент. И, пожалуйста, о ходе матча и игры ваших партнеров. Ну, у нас все шло как бы по плану, как мы и рассчитывали. Очень легко играть вратарю, когда защитники делают все правильно. Это относится ко всем вратарям. Всем вратарям легко, когда защита играет правильно. И мне в том числе. Наши играют правильно, и я играю хорошо. Вот и все. Ну, как бы, спасибо команде за то, что они мне помогли. Я им помог, чем смог. Ну, хотели попасть, попали в финал четырех. Очень желали этого, горели, поэтому у нас там черная полоса была. Хотели ее прервать, надоела она. Перебарывали себя, играли через «не могу». Я думаю, мы ее прошли, переступили через эту черную полосу, и у нас будет только хорошая белая полоса. Скажите, пожалуйста, что случилось на последней минуте матча? Вы очень быстро пропустили два гола. Что случилось? Да все, задачу выполнили. Счет позволяет. То есть, в принципе, уже расслабились и... Я думаю, где-то да, расслабились чуть-чуть. Вот, начали заниматься, извините меня, ерундой. Ну и пропустили. Ну ничего страшного, я думаю. Какая разница, с каким счетом выиграть? Главное — победа. Именно так. Поздравляем вас с победой, с выходом в финал четырех. Это было самое главное для вас. Спасибо большое вам. We'll be right back.
Так, Валерий, поздравляем вашу команду прежде всего с хорошей игрой. С днем рождения, 13 лет вашей команде в этот день. Не сумели, конечно, вы завоевать путевку при все равно хорошей игре. Вы стали, защитником этой игры, своей команды, лучшим защитником. Пожалуйста, краткий комментарий, чего не хватило в игре для того, чтобы победить в этом матче? Я не знаю, в чем проблемы, будем разбираться, но так, как вы говорите, хорошая игра, только когда петух клюнул или когда надо забивать, так нельзя, надо играть с первой до последней минуты. И такие голы, как мы пропускали, и такая безалаберное действие в защите в начале игры, вот это в начале второго тайма, ну так невозможно выиграть у кого-то, тем более у такой команды, как Синара. Серьезный турнир, серьезные команды, надо быть все время собранным от начала до конца, от первой до последней минуты. А так мы все, как говорится, просрали. А потом, когда надо было бежать, да, побежали, но уже поздно. Как после драки кулаками не машут. Это уже все было, изжога какая-то, агония. Однако у вас было время, вы во втором периоде, достаточно много было времени, перехватили инициативу, играя в большинстве. Вот я хотел еще добавить, конечно. Я не понимаю, почему у нас так команда как-то сегодня разбилась на два лагеря. Пол команды как вроде как хочет играть, а пол команды нет. Играют в свое удовольствие, но у нас какие-то комбинации наигранные. Ну вот мы все из-за этого много чего сами привезли. Просто пас не отдает человек в самой простой ситуации, а в сложной начинает, очень сегодня, я говорю, ужасная самоотдача, и так нельзя играть. Пускай, конечно, разбирается тренер, руководство, надо смотреть, но так нельзя. Да, именно так у вас, наверное, будет сейчас серьезный разговор с тренером в раздевалке, раздосадованные игроки. Да вообще, я думаю, должен быть. После таких игр должен быть. Надо, чтобы команда всегда в тонусе была, чтобы знала, там, если кто-то виноват, наказывать, как, ну так нельзя, невозможно. Ну, в любом случае. Ничего не выиграешь. Если хочешь добиться высоких задач, надо предельно, максимально собранно быть. В любом случае, спасибо за игру. Поздравляем вас с хорошей игрой. Вы старались и много красивых элементов, моментов показали зрителям и также зрителям канала «Спорт» России и Украины. Поэтому большое вам спасибо за участие в этом турнире. Всего хорошего. Спасибо. Хорошо. Полегшайте. Полегшайте.